привет всем, здравствуйте. Меня зовут Елена, перед вами Матильда, и мы обе приветствуем вас на канале, посвященном вязанию. Это уже четвертая серия видео про вязание кардигана с погоном. Все видео, разумеется, выходят последовательно, и информация, ну, логично продолжает то, что было сказано или показано в предыдущем видео. Поэтому, если вы впервые оказались на канале, либо вы впервые посмотрели видео, а предыдущие еще пока не смотрели, то, конечно же, мы вместе с Матильдой рекомендуем вам все-таки посмотреть с самого начала, потому что логическая цепочка выстроена очень и очень последовательно. Ну что? Хотелось бы мне узнать, каковы ваши успехи, как ваше продвижение, все ли у вас получается. Быть может, какие-то сложности возникли. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Мы по ходу совместного вязания будем разбираться со всеми вопросами. Ну, а я в этом видео покажу вам, что будет происходить дальше. Как уже и говорила ранее, два участка рукава связаны. Связано плечико, погон, связана первая часть рукава, и теперь приступаем к вывязыванию третьей части. Самый-самый простой и несложный, прям вот легкотня, что называется, для новичков в том числе. Это вязание по принципу самого обычного реглана, когда вы вяжете по кругу. То есть мы будем продолжать наращивать наш рукав с помощью прибавлений. Прибавления эти будут расставлены, как в реглане, с обеих сторон от рукава. То есть на передней полочке, внутри рукава, ну, после вот этой кромки, да, которая у нас как граница, как разграничитель. Затем вот с этой стороны рукава и, соответственно, на спинке. Помните, да, в предыдущем видео мы с вами произвели определенные манипуляции и лицевую петельку превратили в изнаночную. Теперь у нас получилась такая, ну, еле-еле заметная дорожка, тем не менее она есть. Я надеюсь, что после стирки, ну, после того, как вообще кардиган будет связан, будет приведен в порядок, будет постиран, отпарен, высушен и все такое, заблокирован, я думаю, что после этого, конечно, смотреться спинка будет иначе. И вот эта вот разница спинки и разница начала рукава, я думаю, что она будет, ну, четче читаться, будет проглядывать более четко. Здесь у нас сейчас с вами начнет нарастать спинка, да, мы же будем здесь делать прибавление со стороны спинки, вот со стороны полотна. Здесь будет нарастать спинка, и прибавки все, абсолютно все, на всех участках я буду вязать изнаночными петлями. Ну и давайте посмотрим, как обстоят дела у близнеца, у сиреневого кардигана. Здесь тоже процесс продвинулся, вот вы видите, да, уже как глубоко связан рукавчик. По сути, уже, ну все, уже приближается окончание вывязывания проймы, и дальше будут подрезы, и уже пойдем вязать вниз кардиган. В принципе, уже близок тот момент, когда и полочки сойдутся. Ну, понятно, да, что я вяжу на другой размер, не на Матильде. Матильда просто, ну, согласилась выступить в качестве вешалки. Какие отличия у этого кардигана от того, что мы с вами видели в кадре? Здесь вот спереди все то же самое, абсолютно то же самое, за исключением того, что я здесь делала, ну, как вы помните, да, я делала здесь прибавление с помощью перекрещенных накидов. Петелька просто накидывается на спицу в перекрещенном виде. Я показывала, как это делать в предыдущем видео, вы можете посмотреть. А вот со спины есть небольшое, незначительное отличие. Вот как это все смотрится со спины, как смотрится росток, да, прям видно, что вот он присутствует. Так, ну, я, собственно, хотела вам рассказать незначительные детали. Ой, она совершенно-совершенно незаметная. В первом кардигане цвета корицы, красном, таком красивом кардигане, благородном, у меня вот здесь вот одна петелька изнаночная вдоль, идет вдоль вот этой вот кромки рукава. А здесь я с самого начала учла вот тот момент. Помните, когда я переделывала? Так вот, я здесь с самого начала стала делать две изнаночные, для того, чтобы, ну, пошире была вот эта полоса, разграничитель между спинкой и рукавом, до момента, пока еще не вывязаны проймы. Вот. Здесь уже у меня вывязывается третья часть рукава. Вот это вот эти петельки изнаночные, это уже спинка. Девочки, вот здесь вот я делаю прибавление. Да, то есть идем по принципу регланных прибавлений, самого классического реглана. Вот здесь, затем на рукаве, вот здесь и спереди на передней полочке. И благодаря вот этим прибавлениям в каждом лицевом ряду получается выстраивание вот таких вот красивых
фигурных участков. В будущем этот участок будет идти вниз-вниз-вниз по прямой. Он всегда теперь будет изнаночный. То есть кардиган таким образом и будет построен, что здесь у нас будет лицо. Здесь возле края, возле боковой части, простите, кардигана будут изнаночные петли. Рукав изнаночный. Все, что будет под рукавом, ниже подреза, тоже часть центральная будет. Тоже часть боковая будет выполнена изнаночными. Ну и спереди то же самое. Часть изнаночные петельки, ну а закрываться полочки будут лицевыми. Вот такое вот решение. Помните, в предыдущем видео мы с вами касались темы выреза горловины. Вот смотрите, на Матильде уже видно, да, постепенно полочки сходятся, и уже, в принципе, скоро настанет момент, когда они сойдутся. Но нам еще, конечно же, предстоит вязать третью часть. Я не буду ее вязать той же высоты, что и вторую часть рукава. Планирую связать ее короче, сантиметров 8, а затем буду примерять на себя и смотреть, поскольку, в принципе, я уже достигла глубины проймы, которая была запланирована изначально. Вот посмотрите, у Матильды, да, видите, да, уже где заканчивается подмышка, то есть, в принципе, вот она, пройма. Соответственно, вот эта третья часть, она позволит вывязать более углубленную пройму. Здесь рукава будет свободней, полотно само по себе тоже будет свободней, как спереди, так и сзади на спинке. Для любителей оверсайза это, в общем-то, самое оно. А если вы не любитель оверсайза, если вас в принципе устраивает то, в каких вы сейчас находитесь границах, да, и вы не заинтересованы еще больше расширять полотно, тогда просто регулируйте высоту этой третьей части. Вяжите, примеряйте, смотрите. Ну что, думаю, что наступил черед самого вязания. Итак, у нас начинается третий участок вывязывания рукава. Во всех лицевых рядах мы делаем прибавление, как я уже сказала, на всех участках полотна. На передней полочке, две прибавочки на рукаве, одна на спинке. Это с одной стороны. Затем мы провязываем целиком ряд спинки, лицевой ряд. Приближаемся ко второму рукаву, завершаем спинку прибавлением. Затем две прибавки у нас опять на рукаве и прибавление идет на полочке. Ну и дальше завершаем ряд. В каждом лицевом ряду мы будем проделывать одно и то же действие. Изнаночные ряды вяжутся без изменений, просто изнаночными петлями. Приступаем. Выглядит участок из изнаночных петель. Они у нас нарастали постепенно за счет того, что мы делали прибавление в каждом третьем лицевом ряду. Ну, то есть через лицевой ряд, наверное, будет правильно так сказать. Один лицевой ряд провязываем с прибавлением, следующий лицевой ряд провязываем просто, вот как есть петли, без прибавлений. Следующий лицевой ряд снова с прибавлениями. Таким образом, постепенно нарастал вот этот вот участок. И участок этот провязан, как вы видите, вот изнаночными петлями. Итак, мы потихонечку приближаемся к рукаву. Здесь мы с вами уже привыкли делать прибавление. Это для нас не новинка. Да? Здесь уже мы руку набили с вами. Итак, делаем прибавление. На этом кардигане цвета корицы. Кстати, Светлана, спасибо большое за подсказку, что этот цвет называется корица. У меня на этикетке написано меланж. Но действительно, очень похоже на корицу. Действительно, по крайней мере, ассоциации такие возникают. Итак, на этом кардигане я делала прибавление с помощью петель, провязанных из протяжки предыдущего ряда с наклоном влево, с наклоном вправо. На кардигане-близнеце я делала прибавление с помощью перекрещенного просто накида ниточки на спицу. Итак, мы сделали прибавление и теперь приступаем к вывязыванию рукава. Провязали кромку рукава, и вот здесь наступил черед тоже прибавления, как в обычном реглане. Здесь у меня прибавление происходит с наклоном влево. Сделала прибавление и вяжу петли рукава. Все петли изнаночные. И в целом весь рукав потом в дальнейшем до самого его окончания будет провязан
изнаночными петлями. Я приближаюсь к кромке, которая его ограничивает, отделяет от основного полотна, от туловища. Вот. Вот эти две кромочные петли лицевые. Соответственно, я делаю тоже перед ними прибавление. Прибавка у меня смотрит от этих кромочных в сторону, отвернулась. Так, и вот я завершила рукав. Мы с вами переходим на спинку. На спинке мы тоже делаем прибавление. Как я и говорила, на каждом участке мы делаем прибавление. В результате у нас в каждом лицевом ряду будет прибавляться по 8 петель. Следующая изнаночная. Помните, да, это та самая изнаночная, которую я переделала из лицевой петли, которая у нас как бы разграничивает, вот такая вот дорожка, разграничивает полотно спинки и сам рукав. Ну что, а дальше просто лицевыми петлями вяжется спинка. И точно такое же действие, точно такие же прибавления ставятся вот здесь вот, соответственно, на спинке, на рукаве с двух сторон и на передней полочке. Я думаю, что нет смысла мне вам показывать, как это все происходит. Это все настолько просто, что, конечно же, вы легко с этим справитесь. Даже самые-самые новички с этим легко справятся. Ну, а теперь я предлагаю нам с вами встретиться, когда и вы, и я завершим этот участок, да? То есть, когда мы полностью свяжем пройму рукава до того момента, когда будем вязать подрез. Как я и говорила раньше, повторю в 100-тысячный раз, обязательно примеряйте. Переносите на длинную леску и смотрите, как на вас смотрится то, что вы вяжете. Возможно, кто-то планирует длинную пройму, но вот посмотрит в отражение и передумает, и вовремя остановится, и вовремя внесет изменения. Себя могу сказать точно, длинную пройму я не планирую. Визуально она лично конкретно меня увеличивает в объемах, руки смотрятся массивнее, бюст смотрится массивнее, именно потому, что горизонтальная линия от одной проймы до другой проймы будет проходить как раз вот через грудь, и она будет опущена, эта линия, поэтому, ну, для меня такой вариант не подходит. Наоборот, вот этот третий участок, как я уже и говорила, свяжу укороченный, он будет короче, чем предыдущие два. Ну, что, до встречи! Ну, собственно, вот уже хорошо видно, как нарастает у нас рукав, как третий участок расширяет полотно на спинке. И прежде чем я приступила к вязанию этого самого третьего участка, да, я здесь поставила маркер. Для того, чтобы потом, вот от этой точки начиная, мне было легко замерить сантиметровой лентой высоту участка. Да, точнее, длину, на которую я провяжу этот самый участок. Мерить буду по кромочным петлям рукава. Четко видно. Вот, была одна изнаночная, которая вязалась без прибавлений, просто вот вдоль кромки. А затем на уровне, когда появилось две изнаночных, то есть, соответственно, это провязанная прибавка, да? Вот на этом уровне поставила маркер. Вам тоже рекомендую так поступить. Вам будет потом проще сделать замеры. Ну, а в целом, надеюсь, что никаких сложностей у вас на этом этапе не возникнет. Тут действительно все очень и очень просто. Поэтому желаю успехов. Ну вот и все. Все три части рукава связаны. Как я и говорила, третью часть я отметила маркером, прежде чем приступила к ее вывязыванию. И длину планировала в 8 сантиметров. Берете сантиметровую ленту, делаете замер. И в том случае, если все в порядке, если вы удостоверились, что вы связали на выбранную, на определенную вами длину, то вас поздравляю, вы справились с этой работой. Дальше нас с вами ждет подрез. Да, затем мы позабудем на некоторое время о рукавах и приступим к вывязыванию основной части кардигана. А к рукавам вернемся уже, ну, пожалуй, в самом-самом конце, после того, как завершим кардиган.
Быть может, даже и завершим отделку. Посмотрим по ходу, так сказать, продвижения. Давайте теперь дружно с вами приступим к вывязыванию подреза и к тому, чтобы отделить рукава от переда и от спинки. Но прежде чем мы с вами это сделаем, я предлагаю вам все-таки провести контрольную проверку, контрольный замер. Проложите сантиметровую линию от вот этой вот кромки рукава, да, через всю спинку до вот этой кромки рукава. Сантиметром замерите, какова ширина спинки у вас получилась. Затем вам необходимо будет также сделать замер ширины вашей спины. Замер спины можно сделать следующим образом. Конечно, было бы идеально, если бы рядом с вами оказался кто-то из близких, кому вы бы смогли доверить это важное ответственное дело. Зажмите в подмышечных впадинах какой-то выступающий предмет, например, ручку, карандаш или линейку, вот здесь вот и вот здесь вот. Главное, чтобы предмет выступал. А доверительное лицо, близкий человек, пусть с помощью сантиметровой ленты, сделает замер ширины спинки от одной выступающей части до другой. После того, как вы сделаете замер ширины спины, вы просто сопоставьте эту циферку с тем, что у вас получилось, когда вы замеряли полотно по ширине спинки. Ну и, разумеется, ширина связанной спинки у вас ни в коем случае не должна быть меньше, чем ширина вашей спины. Ну а если все в порядке, если степень свободы, так сказать, вас устраивает, да, то есть это разница между шириной полотна и вашими параметрами, да, ширины спины, то все в порядке, значит, продолжаем работу дальше. На этом этапе понадобится дополнительная нить. Именно на нее мы будем с вами переносить открытые петли рукавов. Приступаем к работе. Вот этот участок до начала рукава вяжем неизменно. В том случае, если вы продолжаете наращивать ширину передней полочки, если они у вас еще не повстречались, не сомкнулись, то, собственно, продолжаете делать прибавление, как мы с вами это делали уже в предыдущих двух частях. Сразу возле рукава вы делаете прибавку. Здесь ничего не меняется. Я рассказывала уже в предыдущем видео, как рассчитывать ширину полочки в том случае, если вы ориентируетесь на расчеты. Это, конечно же, неизбежно ориентироваться на расчеты, но и примерки. Примерки вам в помощь. Обязательно делайте остановки и обязательно контролируйте процесс. Итак, вот приближение. Вот я приближаюсь к рукаву, делаю прибавление, потому что мне оно необходимо. Я еще не нарастила полочки до той ширины, которая требуется. Делаю прибавку. Она у меня смотрит вправо, отвернулась от рукава, да, обиженная прибавка. Затем провязываются две петельки начала рукава. Это та самая кромка, которая у нас потом пойдет вдоль всего кардигана и тем самым будет как бы очерчивать боковинки кардигана. Да? Знаете, как ну, что-то типа лампасов, таких незаметных, неприглядных лампасов на брюках. Итак. Две петельки провязали. Теперь берем в руки дополнительную нить. И петли рукава, вот эти вот изнаночные петли самого рукава, мы начинаем закрывать. Не просто провязывать, а закрывать. Как хотите. Хотите изнаночными петлями провязывать, хотите лицевыми. Это совершенно никакого значения не имеет. Потому что потом, когда мы с вами вернемся к рукаву, сразу говорю, это будет не скоро, но мы вернемся, тогда мы, конечно же, эту дополнительную нить удалим. Итак, закрываем петли самым обычным способом. Одну петельку провязываем, на нее накидываем предварительно провязанную петельку. Очень-очень все просто. Есть второй вариант. Если, конечно, он вам нравится, вы можете переснять эти петли на длинные металлические или пластиковые булавки. Такие продаются в рукодельных магазинах. И застегнуть эту булавку.
Если вам так удобно, пожалуйста, тоже вариант. Закрывать петли, приближаемся к окончанию рукава, вот кромочные петли, которые его отделяют от спинки, и дальше мы будем с вами делать подрез. А у многих из вас наверняка возник вопрос, а какой же по ширине должен быть этот самый подрез? Вот, смотрите, что я делаю. Петельку протягиваю пока. Вот эти две петельки кромки я не провязываю. Точно так же, как мы их не провязали с вами в начале. Вот, мы их оставили. Ну что, давайте теперь определимся, каким у нас с вами будет подрез. Для этого вам снова придется попросить кого-то, чтобы вам помогли. Либо самостоятельно, уж придется помучиться. Вам необходимо сделать замер ширины вашей подмышечной впадины. Соответственно, вы должны вооружиться сантиметровой лентой, либо линейкой и сделать замер. Также можно сделать замер с помощью карандаша и на нем другой рукой, если вы самостоятельно это делаете, да, вам никто не может помочь, тогда вы можете с помощью карандаша сделать замер. Сейчас я покажу на Матильде, как это можно сделать. Итак, у нас в арсенале линейка, у нас в арсенале карандаш. Значит, вот таким образом. Вы можете сделать самостоятельно замер. Вы зажимаете под рукой линейку, либо какой-то другой предмет, который имеет выступы. Да? То есть он будет вот с этой стороны выступать, и вот здесь он будет выступать. А далее, вот вы рукой зажали, а далее другой рукой вы делаете отметки с внешней стороны, вот сзади, и, соответственно, спереди, для того, чтобы вам понять, сколько, соответственно, у вас ширина подреза. Вот я попыталась самостоятельно проделать этот трюк. Точно так же, как и показывала вам на Матильде, сейчас зажала в подмышечной впадине линейку и другой рукой сделала отметку, где у меня линейка начинает выступать, да, за пределы подмышки. И, соответственно, вот, ну, чуть-чуть не хватило до 9,5 сантиметров. Соответственно, я возьму за основу 9 сантиметров, я в меньшую сторону уменьшу этот показатель. Почему? Сейчас вам поясню. Давайте вспомним, как выглядит классическая форма рукава. Да? Ну, такой вот художественный образ. А выглядит она, я здесь не буду вырисовывать вот с изгибами, вот, вот так вот. А выглядит она вот таким вот образом. Она сужается, что-то типа подковы, да, только срезанной сверху. Вот здесь у нас плечо, соответственно, вот туда уходит. Вот, то есть у нас к низу рукав как бы сужается. Тогда будет хорошая правильная посадка. А именно поэтому я взяла за основу чуть-чуть меньшую циферку, да, то есть я уменьшила показатель, но и это еще не окончательное решение. Теперь мне нужно взять образец, причем образец вязания, то есть мы берем уже, точнее, даже не образец, а полотно, да, которое мы вяжем. Для точных расчетов нам с вами потребуется участок рукава, именно рукава, потому что мы его с вами вязали изнаночными петлями. Плотность изнаночных петель отличается от плотности лицевых петель, как вы знаете, как в любом рисунке, собственно. Давайте посмотрим, что мы видим. Мы видим, что на 1 сантиметр приходится 2,5 изнаночные петли. Раз, два, половинка. Раз, два, половинка. Раз, два, половинка. Ну что, 2,5 петли на 1 сантиметр.
Давайте зафиксируем эту цифру. Значит, в 1 сантиметре полотна получилось 2,5 петли. Отлично. Подрез. У вас, естественно, своя циферка получилась. Я привожу лишь в качестве примера свою цифру. У меня на подрез получилось 9 сантиметров. Значит, соответственно, это подрез, да? Подрез. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько петель приходится на вот эти 9 сантиметров, нам нужно их просто умножить. 9 умножить на 2,5. Получаем 22,5 петли. Но, разумеется, эта половинка, она в расчет не берется. За основу берем 22 петли, потому что помним, да, что мы с вами говорим про такую вот условную форму подковки. 22 петли – это не подковка. 22 петли – это ширина подмышечной впадины от начала и до конца. Соответственно, если мы возьмем... Если мы наберем 22 петли на подрез, то у нас рукав будет иметь вот такую вот форму. А как же быть? Как нам сделать вот такую вот импровизированную подковку? Да все очень просто. Вычитаем петли. Значит, 22 петли много. Я отниму 2 петли с одной стороны. Это уже 20. И 2 петли с другой стороны подковки. Это уже 18. То есть всего я от 22 петель, предполагаемых петель, будущего подреза, я отнимаю 4 петли, хотя, в принципе, можно поэкспериментировать и даже еще больше убрать. Можно спокойно и 6 петель убрать. Убираю 4 петли, у меня остается 18. Вот 18 петель я отвожу на подрез. Такой расчет. Ничего страшного, если вы сделаете меньше. Почему? Подрез – это, по сути, введенные в полотно новые петли. То есть подрез нам расширяет полотно. Вот представьте, да, то есть у нас уже ширина, которая нам требуется сзади на спинке, спереди ширина, ну, в будущем она уже скоро-скоро, совсем скоро достигнет желаемой ширины. И вдруг мы вводим дополнительные петли. Это дополнительная свобода облегания. Поэтому примите решение, нужно ли вам, чтобы была еще более свободная посадка, либо не нужно. Да, конечно, если у вас в планах связать А-силуэт, ну тогда и все в порядке. Тогда вы все равно будете продолжать вдоль спинки, ой, простите, вдоль середины полотна, как раз вот под вот этим подрезом, да, вы будете делать прибавление, и у вас постепенно-постепенно выстроится А, форма А в виде буквы А, потому и называется А-силуэт. Но самостоятельно примите решение, если для вас это многовато, если вы не хотите большую иметь свободу облегания, да, потому что ширина уже достигнута, ширина спинки, уже все хорошо, благополучно сидит. Спереди тоже, дай бог, уже совсем скоро вы настигнете желаемую ширину переда. А вот эти петли, сами принимайте решение, оставлять в таком виде, либо, быть может, еще уменьшить. Например, не 18, а 16 петель, да? То есть, вот, чтобы вот такая вот подковка была ярко выраженная. Я останусь вот в этих пределах и продолжу вязать. Итак, мы только что с вами посчитали, сколько петель нам требуется дополнительно ввести в полотно для будущего подреза. Соответственно, вот петелька, которую я вытянула, когда закрывала рукав. Эту петельку надеваю на левую спицу, и теперь с помощью, вот можно спицу перевернуть, если вам так удобнее, и теперь с помощью таких же перекрещенных накидов, которые я вам уже показала в прошлом видео, я набираю вот эти самые 18 петель дополнительной нитью. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Чудесно. Все, от этой ниточки можно избавиться. Она нам теперь понадобится, когда будем закрывать петли второго рукава. Итак, разворачиваем спицу опять снова в правильное положение. У нас спица в левой руке. Берем рабочую спицу. Где она у нас тут? Так, отлично. Находим рабочую нить. Мы остановились с вами вот здесь. Помните?
Здесь мы ввели дополнительную ниточку, а вот здесь мы остановились, провязали 2 петельки кромки рукава, они остаются, и теперь продолжаем работать этой рабочей нитью. Что мы делаем? Все правильно, вы догадались, мы с вами провязываем вот эти вот только что набранные петли будущего подреза. Дорогие мои, конечно, я понимаю, у многих из вас возникает вполне логичный и справедливый вопрос. Почему же я приступила к вязанию сразу, вот так вот вас огульно позвала? Давайте вязать интуитивно, по ходу разберемся, будем примерять. Почему же сразу я вам не показала все эти расчеты? Ведь можно было начать мастер-класс традиционно, как это, в общем-то, часто можно встретить, когда сразу садимся, берем листочек и рассчитываем. Честно скажу, я побоялась вас спугнуть. Потому что это мастер-класс для начинающих. И если бы я сразу, сходу выложила всю-всю-всю информацию огромным пластом, огромным массивом на листочке перед вами в виде схем, расчетов, формул, не дай бог, я уверена, что большая часть желающих сразу же утратила бы это самое желание, поостыли бы сразу и, в общем-то, интерес бы потеряли. Потому что, да, действительно, иногда идеей загораешься, иногда вот хочется вот все и сразу. И когда... Это, знаете, вот как, хочешь ли ты полететь в космос? Да, хочу, но для этого тебе нужно стать инженером, как минимум. Тебе для этого нужно построить космический корабль, научиться построить, как этот корабль устроен и так далее. И как-то потихонечку-потихонечку остываешь. Только самые-самые энтузиасты все-таки доходят до того, что и строят корабли, и осваивают инженерию корабля, а затем и действительно летят в космос. Ну, конечно, пример очень-очень экзотичный, я понимаю, к вязанию не имеет отношения, но в целом... Действительно, это ну, просто это такая техника преподавания. С одной стороны, она смягченная, а с другой стороны, она, конечно, беспощадная, потому что сразу новичка направляет на путь, а уже в пути по ходу разберемся. И деваться-то уже некуда, потому что он уже в пути, он уже в процессе. Это когда учат вождению на автомобиле, тоже сразу новичков в город, не на площадке на специальной учат водить, а сразу прям давай с первого занятия, давай поехали в город. Вот приблизительно так же и я поступить решила. Я считаю, что это действительно действующая техника, она позволяет мобилизовать силы, и обидно уже отказываться от задуманного, сворачивать с пути, поэтому она работает. Вот, поэтому не было расчета в самом начале, как я сказала, я расчетам на 100% всецело не доверяю, я об этом говорила и буду говорить, хотя технологи, трикотажники, конечно же, со мной не согласятся, профессионалы со мной не согласятся, потому что действительно профессиональная работа над изделием, она предполагает, ну, совсем иной подход. Она предполагает отсутствие вот этих вот интуитивных экспериментов, она предполагает работу с лекала, полностью в масштабе один к одному разработку выкройки. Да-да, для трикотажных изделий тоже требуются выкройки, где учитываются выточки, учитываются все прибавки, убавки и так далее, и так далее. Но это профессиональная работа. Это вот когда в ателье я столкнулась с разработкой новых моделей, особенно если это коммерческий заказ, то это, конечно, да, здесь совсем другие технологии применяются. Ну, а мы с вами, новички, вот пошли таким вот необычным путем. Да, у нас еще будут расчеты, приготовьтесь. Но они несложные, и, как вы поняли, я стараюсь их объяснять, пояснять, разъяснять прямо по ходу. Вот когда мы приближаемся к какому-то моменту, и когда какие-то вопросы могут возникнуть, то сразу по ходу мы их с вами и разбираем, эти вопросы. Ниточка у меня не очень хорошая, сразу скажу. Она, видите, у меня разъединяется. Вот у меня спица, эти волокна на 3 части разъединяют, поэтому мне сложно провязывать. Но ничего, справимся. Я думаю, что вы тоже не отстаете. Я думаю, что у вас все получается. Вы провязываете петельки, только что набранные на дополнительную нить. Ну и логично вы догадались, что дальше мы с вами продолжаем вязать спинку. По рисунку ничего не меняется. Будем вязать до следующего рукава. Фух, я справилась. Я провязала эту. Действительно, ниточка не очень удобная. Это, по-моему, что-то акриловое у меня. Честно говоря, я даже не могу сказать, что это. Да и бог с ним. Нашла просто моточек. Не отвлекаемся, продолжаем. Так, 2 последние кромочные петельки рукава. Мы их провязываем. Потом они у нас пойдут вниз. Таким вот стройным рядом. Нет, колонной. Стройные колонны пойдут вниз. Они нам понадобятся. Дальше вяжем уже спинку.
Все как есть, все как у нас получается. Вот эти петли у нас по бокам на спинке будут изнаночные. Такие красивые участки у нас будут по бокам изнаночные петли. Затем лицевые. Так, завершается спинка, приближается начало рукава, вот он рукавчик, да, вот прям четко видно. Это изнаночные петли на спинке, которые мы наращивали в последнем участке с вами. Так, здесь никаких прибавок, напомню, ничего нет, да, то есть спинка в неизменном виде. Провязываем 2 петельки кромочные, это начало рукава, откладываем рабочую нить в сторонку и точно так же, как в предыдущий раз, берем в работу дополнительную нить. И то же самое проделываем с этой стороны. То есть мы с вами закрываем петли. Первую петельку рукава провязываем, просто провязываем. Угу, отлично. Нитку можно подцепить, вот этот вот кончик можно подцепить, чтобы он у вас не убежал, да? И следующую петельку провязать двойной нитью. Ничего страшного, не пугайтесь, не растянем. Так. Отлично. И закрываем петли. Просто закрываем. Так, все, кончик больше мне не понадобится. Я его оставлю в сторонке. Бог с ним. Просто закрываем петли. Повторю, если у вас есть свое приспособление специальное для отложенных петель, пожалуйста, это может быть большая булавка, это может быть дополнительная леска, на которую вы просто затычки с двух сторон поставите, и петельки у вас никуда не убегут. Как вам больше нравится? Ваша воля. Все, осталось совсем немного петелек закрыть. И здесь мы повторим точно такое же действие. На эту же самую дополнительную нить, не обрывая ее, мы наберем, с ее помощью мы наберем петли для будущего подреза. Итак, вот у меня остались 2 петельки кромки рукава. Я их не провязываю, не закрываю. Вот эту вот крайнюю петельку, вот видите, да, я закрыла 2 петли, и осталась петелька вытянутая. Я ее не закрываю, я ее накидываю на спицу. Спицу переворачиваю, чтобы было удобнее. Просто исключительно с этой целью, чтобы было удобней. Хотя есть другой способ, могу вам показать, если хотите. Есть способ вот такой. Вот 2 петли. Петля, которая нам сейчас не нужна, и петля, которая уже существует. Вы протягиваете ниточку, вот так вот ниточку, протягиваете спицу, цепляете ниточку, вытягиваете ее на эту сторону и накидываете на спицу. Опять ныряете между вот уже образовавшимися 2 петельками. Захватываете ниточку, протягиваете сюда на переднюю сторону и закидываете ее на спицу. Опять повторяете действия. Да, пожалуйста, если вам нравится такой способ, так поиграться, то можно и так сделать. Это нам все равно потом эту ниточку удалять. Поэтому, как вам больше нравится, так и набирайте петли. Это абсолютно никакого значения, никакого смысла не имеет в данном случае. Итак, напомню, конкретно мне нужно набрать 18 петель. У вас свои циферки. Можете меньше набрать, если вам не требуется широкая... Ну, сбоку вам не требуется широкая полоса. Если вы не хотите расширять силуэт и придавать ему форму в виде буквы А.
Итак, что мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перейду-ка я на более простой способ. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Замечательно. Обратно разворачиваю спицу. Теперь про вот эту ниточку мы тоже забываем. Она нам тоже больше не нужна. Все, мы с ней прощаемся. И рабочей нитью продолжаем вязать. Вот она, наша рабочая нить. Продолжаем вязать. Провязываем вот эти вот только что набранные петли. Раз. Так, ну-ка, петелька, давай, не капризничай. Два. Три. Возможно, у кого-то из вас возник вопрос. Возможно, вы с этим никогда не сталкивались, у вас возник вопрос. А зачем, собственно говоря, мы вообще ввели в работу дополнительную нить, и зачем мы на нее набрали петли, и ее сейчас провязываем? Тут все очень интересно. Сейчас мы с вами забудем про рукава и будем вязать кардиган на положенную длину. Но потом, когда мы завершим эту работу, мы снова вернемся к рукавам. Нас же не устраивает такой вот, да, рукав. Нам же нужно, чтобы он был длинный, как у обычного кардигана, как положено. Так вот, мы с вами потом вот эту вот ниточку дополнительную уберем. Причем уберем ее как на подрезе, так и вот здесь вот, на рукаве. И у нас с вами получатся открытые петли, которые потом мы насадим на спицу и продолжим, благополучно продолжим вязание. Нигде дырочек у нас не будет. Я покажу, как мы с вами сделаем аккуратную стыковку вот здесь вот между петлями кромки рукава и вот, вот здесь, вот, вот это место коварное, да, видите, уже сейчас даже оно подрастянулось. Я вам покажу такой небольшой фокус-покус, как вот здесь вот аккуратно выйти из положения. Ну, до этого еще очень-очень далеко, так что пока что предлагаю сосредоточиться на текущем процессе, на текущих задачах. А основная задача — это аккуратно провязать вот эти вот набранные петли. У меня аккуратно не получается. Ниточка дурацкая. Она у меня разъединяется, расслаивается. Так что приходится вот так вот мучиться. Ничего, ничего. Оно того стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Чудесно. Далее мы продолжаем вязать две петельки. Завершаем рукав, это две петельки кромки. И вот здесь спереди мы делаем то же самое, что сделали с той стороны полочки. То есть мы делаем прибавку, потому что мы продолжаем наращивать ширину передних полочек. Они у нас еще пока не встретились, конкретно у меня. У вас, если вы использовали другой темп прибавок, то они, наверное, уже встретились. И если, например, вы в каждом лицевом ряду делали прибавление, то тогда полагаю, что этот счастливый момент уже настал. И вам, конечно, здесь уже не требуется делать никаких прибавлений. Вы просто вяжете полотно по рисунку. Собственно говоря, дальше нас с вами ждет очень монотонная работа. Мы с вами будем вязать петли вот таким образом, как я только что озвучила. Для тех, кто продолжает делать прибавления и наращивать полочки, тот этим занимается, тот продолжает это делать. Для тех, кто уже завершил эту работу, тот просто вяжет без изменений. И вяжем кардиган на ту длину, которую вы для себя, собственно говоря, определили. Я буду вязать длинный кардиган. У меня будет он порядка 92 сантиметров. Это ниже колена. Конкретно эта пряжа, шотландский твид, она не имеет такого коварства, как растягивание после стирки. Да, конечно, ее можно растянуть, можно во время блокировки придать новую длину, так сказать. Но в целом опасений, что
сильно-сильно вытянется она после стирки? Нет, потому что уже много изделий из нее связано. И, как я говорила ранее, в прошлом сезоне из этой пряжи мы вязали шарфы мужские. Их было очень много связано, порядка 12 штук на одну выставку мы связали. Поэтому в этой пряже я уверена. Ну, конечно, за результат ваш я никак не могу ручаться. Я не знаю, из какой пряжи вы вяжете. Ну что, предлагаю нам теперь встретиться, когда мы проделаем эту большую работу, и вы и я, когда, собственно, свяжем кардиган на выбранную длину. Если вдруг в процессе вязания у вас возникнут какие-либо сложности или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, задавайте, обращайтесь. Обязательно будем вместе эти вопросы решать, будем разбираться. Желаю вам успехов. Ну все, пока-пока.